Тысячи людей идут пешком из города Тапачула, штат Чьяпас, на юге Мексики, в сторону границы с США. Караван мигрантов из стран Латинской Америки, в основном Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, стал крупнейшим в этом году. Ожидается, что к нему присоединятся 15 тысяч человек. За последние 3 месяца число мигрантов в стихийных лагерях в Тапачуле выросло в 3 раза. Я хочу попросить у США помощи, чтобы оказали нам поддержку. Хочу попросить о многом, чтобы они пришли в Венесуэлу и разобрались с ситуацией там. На самом деле, мы были бы счастливы вернуться домой. Было страшно идти через джунгли, но мы это делаем, чтобы дать нашим детям и себе лучшую жизнь, так как жизнь в Венесуэле ужасная. Если бы нам там было хорошо, мы бы никогда не приняли решение покинуть нашу страну, потому что это тяжело. Это очень тяжелое путешествие. Организатором каравана выступил некоммерческий гуманитарный центр, в котором заявляют, что 70% участников шествия – женщины и дети. В Лос-Анджелесе в эти дни проходит саммит Америк, на котором обсуждаются проблемы миграции. С января по апрель в Мексике были задержаны более 115 тысяч иностранцев, не имевших необходимых для пребывания в стране документов.